Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы заселились во Франции в гостиницу, так как здесь существует закон о том, чтобы все водители должны были проводить выходные двухсуточные обязательно в гостинице. Вот значит, вот так вот мы припарковались. Вот, пожалуйста, вот сюда затолкали фуру. Места, конечно, немного, но как бы есть. Вот таким образом пятились мы. Я пятился, так получается, назад, чтобы сюда припарковать. Значит, вот здесь вот начинается. Заходим, у нас здесь вход. Здесь у нас находится, значит, два туалета. Типа того. Вот здесь душ. Вот такой вот. Ничего особенного нет. Идем дальше. Вот это вот наш номер. Обязательно его открывает кодом. Все, мы не заходим. Блин. Еще раз пробуем. Блин. Значит, два. Открылись. Наконец-то. И вот такой вот у нас номер получается. Не очень, так сказать, большой, но уютный. Все это стоит, значит, на сутки 39 с копейками евро. Вот здесь вот такой вот вид. Телевизор, пожалуйста. В общем, ничего так особенного нету. Раковина. Если что, умыться там, зубы почистить, в принципе. Вот такие вот тапочки мне пришлось приобрести за 2 евро. Они сами раскладные, интересные. Дело в том, что свои тапочки я, получается, посеял по дороге. Вот теперь вот так вот мы и живем. Вот такие вот дела у нас. Вот так вот мы живем. Так вот мы будем проводить выходной день. Но я думаю, мы здесь долго не будем. Соответственно, завтра мы пойдем куда-нибудь прогуливаться. Вот. Чисто переночевать. Кстати, не подумайте, это мы сейчас разменим. И вопросов не будет. Сделаем раздельные кровати. Такие дела. Ладненько. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока.